Скажите, вы знали, что авианосец Арасаки стоит в порту Найт-Сити? Это Куджира, что значит кит. Видимо, Арасака решила, что в японских водах ему опасно. Того и гляди, местные китобои загарпунили бы в научных целях. Неплохая демонстрация силы. Интересно, чем ответит Милитех. Может быть, Майерс пролетит над штаб-квартирой Арасаки на ржавом ведре П-17? О, кажется, это немного некорректно. Простите, где мои манеры? Президент Майерс, я хотела сказать, конечно же, примите мое почтение. И, кстати... Я подумываю поменять хром. Есть что-то новенькое? Есть кое-что. Привет, Ви. Хочешь сделать доброе дело, на котором можно еще и заработать? Надо спасти человека от тигриных когтей, пока его не разорвали на мелкие кусочки. Возьмешься? Вся инфа приложена. Не заставляй меня просить дважды.
папа!
Но? Да. Это я. Меня наняли тебя вытащить. Идти можешь? Я провел 43 боя, Шкет. У меня не в первый. Раз рожа в синяках. Так что веди. Пошли. Тогда вставай. Уходим. Хорошо. Только это, если по пути влипнем, помочь тебе не смогу. Толку от меня сейчас мало. Я справлюсь. За это мне и платят. Можешь не благодарить. Закроем тему раз и навсегда. Спасибо. Дальше я могу и сам.
Не сомневаюсь. Эй, кстати, а кто тебе заплатил за мое спасение? Не скажу. Профессиональная этика. Да ладно. С каких пор у наемников есть этика? У меня есть. Ну что ж, уважаю. Не позволяй этому городу тебя сожрать. А если сожрет, кишки ему в узел скрути. Окей, но в безопасности. Но что-то меня смущает. Видимо, я ждала от тебя большего. Большей осторожности, например. В следующий раз не забывай о ней, хорошо? Заказ закрываю. Свинарати Капур передознулся блестяшками. Может, слышал? Новая мощная наркота только что появилась на улицах. Арати просит сравнять с землей лабораторию, где делают это говно. Прочитай мое письмо, там подробности. И про Арати, и про ситуацию в целом. Теперь катись.
Thank you.
Thank you.
С лабораторией покончено. То, что доктор прописал. Само собой, блестяшки не исчезнут. Тут у меня иллюзий нет. Но мы больно ударили по тварям, которые их делают. Кстати, Арати просила тебя поблагодарить. Говорит, мы ей очень помогли. Как-то так. До связи. Thank you.
просто сыкло! Ты не заслуживаешь жизни!
Лиам Джордан. Вот уже третий год подряд корпорация Милитех признается лучшим работодателем Найт-Сити. Компания побеждает благодаря ряду преимуществ и бонусов для работников, таких как... Ежегодный оплачиваемый пятидневный отпуск,